Привет, ребят, с вами Титан. И у нас уже будет пятая часть замечательной игры под названием Mutant Fighting Cup 2. Я так понял, вам она понравилась, потому что лайки ставите, просмотров много набираете. Так что будем снимать уже пятую часть этой замечательной игры. Давайте зайдем в гены. Точнее, в лаборатории у нас есть опять какая-то прокачка. Так, как это называется? Железные шрамы. Да? Извините, мне что-то плохо видно. По-моему, там так написано. Дальше увеличение параметров атак в 4 раза. Активная способность. Бесплатная мутация. Ну все, мы очень круто выглядим. Нас называют пятнистый пес. У нас название прикольное, мне понравилось. К несчастью, наверное, в прошлый раз мы провели всего лишь-то 2 боя. Поэтому в этот раз мы должны много боев провести. Вот это у нас будет враг. Ладно, бойцовый терьер. Давайте попробуем этого бойцового терьера победить. Надеюсь, у нас это получится. Так. Я пропустила рекламу, продолжаю. Так, начинается бой. Пятнистый пес против бойцового терьера. Так, давайте поменяем, что-то посильнее надо. Так, да ничего не изменилось почти. Давайте вот так его ударим. Давайте темноголову ударим. Так. У нас еще 30 хп, он на нас яд поставил. Хорошо. Давайте поменяем. Сейчас у нас будет крепенький укус. Надеюсь, он ему снесет хп 40. Ну, да. Он сделал так. Давайте пока повысим атаку. Потому что у него вот отражение атаки. Будем пока чем-то другим заниматься. Так. Что дальше мы можем сделать? Повторить его способность. Теперь он у нас будет бить и себе тоже получать большой урон. Львиную долю, так сказать, этого урона, который он нам тоже наносит. Давайте его ударим. А потом на повышенной атаке ударим его новым ударом. Надеюсь, ему понравится. Ладно, я шучу. Мы должны выиграть. Так, давайте подхилимся. Сейчас мы его должны победить. Все идет как бы по плану. Так. Атака уже не повышенная, но мы его можем хорошенько так укусить. Он подхилится. Яд на него подействует, и он еще крепко подхилит. Давайте теперь ему сильный укус. Так, снесли неплохо, у него хилка, на него яд действует, что потом он нас ударил. Давайте теперь вот такую атаку. Так, все, мы его победили легко и просто. Виктори. И у нас уже 5-й левел. Так. Я пропустила рекламу, давайте продолжать. Так, у нас есть что-то новое в лаборатории. Кстати, еще у меня уже накопились деньги, чтобы купить крышу, так что... А, нет, черепаху. Так что пишите, покупать мне ее или нет. Обязательно пишите, потому что мне интересно ваше мнение. И для вас я могу сделать. Давайте химку немного начнем развивать. Кстати, я тут что... Все закрыто. Не знаю, наверное, позже будем получать. Все, давайте вот такую вот булаву. Или вот это можно, да, мутировать. Давайте посмотрим. Я думаю, давайте топорчик. Все, мы его взяли, мы теперь вот так вот выглядим. Бешеный топор. Прикольное название. Так, заходим. У нас будет второй бой против
бойцового тергера, который как-то мутировал, и теперь называется Муханух. Начнем, пожалуй. Так, сейчас убираем. Так, давайте ему нанесем нашу новую любимую атаку. Еще и яд ему снес. Круто. Так, давайте его... А, у него это столько? Ладно, давайте пока подхилимся вместо стана. А, у нас полное хп. Странно мы сделали. Блин, лишь бы яд у нас бы скорее появился. Так, давайте ему нанесем самую слабую атаку пока. Это... Короче, я тут подумал, давайте приступать в атаку. Ну, отразится нам чуть-чуть хп, но не полное же, да? Так что будем на него нападать. Давайте повторим его атаку. А точнее, не атаку, а его вот это действие. Чтобы когда он бил, отражался ему. Он бы отхилиться решил. Но он сейчас не в самой лучшей ситуации, я сразу скажу. Так, давайте ему нанесем очень крутую атаку. И у него очень мало хп. Главное, чтобы он нас нанес атаку, а не вот так вот подхилился, как вы только что увидели. И это меня вообще не обрадовало. Он опять подхилился и ударил нас. Так, давайте ему нанесем опять нашу любимую атаку. Все, и у нас чистая победа. Я думаю, мы можем успеть сделать еще один бой. Так. Так, я пропустил рекламу. Давайте дальше играть. Так, у нас есть новое что-то в лаборатории. Только в атаке. Ну, значит. Так, давайте. Либо такие лапы, либо вот такие. Давайте вот такие вот лапы. Сделаем. Они, по-моему, выглядят круче и мощнее. Как мы называемся? Костяной леопард. Так, теперь давайте третий бой. Мухопёс. В прошлый раз была муханог, а теперь мы под названием мухопёс. Ладно, ничего, название нормально. Продолжаем. Так. Костяной леопард против мухопёса. Так, давайте его ударим ногой. 35 хпшки снесли, а он повысил себе атаку, да? Ну, походу он не, у него будет другое действие. У него будет действие нападения. Это тогда будет бой быстрый, но очень опасный. Ну, хорошо. Может, чем-то меня это и обрадует. То, что не будет долгий бой, который будет долгий и бессмысленный бой, а будет быстренький, так сказать, бой. Давайте повысим себе атаку, повторяя его действия. Вот. Так. Давайте ему нанесем атаку крепкую. Все, у него уже очень мало хпшки. Он даже чем-то слабее, чем прошлый наш противник. Я уверен. Давайте его ударим, ребят. Так. И мы его победили. Это была очень крутая и быстрая победа. Мы даже можем успеть провести еще один бой, чего я не ожидал. Так, продолжаем. Я на секунду отошел. Сейчас четвертый бой, да? Летучая жаба. Она будет сражаться. Мы почти дошли до босса. Наверное, в следующем бою мы как раз будем сражаться с боссом. Так, сейчас. Все, продолжаем. Я рекламу пропустил. Так. Костяной леопард против летучего жаба. Начинаем бой. Давайте сделаем защитный станчик. Я думаю, ему это не понравится.
Давайте повторим это действие, поскольку у нас будет. Наверное, это смешно. Так, меняем вот так. Давайте его ударим ногой. Так, ударим. Что же он с нами сделает? Он нас ударит на броне, он нам ничего нанести не сможет. Подхилимся давайте. Так, и он нас ударил. Давайте его укусим и подхилимся опять. Я не виноват, то, что мы сейчас идем на долгий бой, у меня просто нормальных атак нет. Как назло. О, наконец-то пошли хоть атаки. Сейчас мы его, надеюсь, выиграем быстренько. Так, мы его ударили. Теперь он у нас. Давайте нанесем сильную атаку. Тройную. Ногу. Теперь давайте вот такое вот сделаем. Чтобы когда он нас бил, атака отражалась. Кстати, у него такая же штучка есть. Так, он нас ударил, подхилился. Понятно. Давайте поменяем. Вот, давайте накопим на вот такую вот атаку. Ой, извините. Ребята, извините, просто что-то произошло с моим щеночком. Он, видно, ударился. Давайте продолжать игру. Укусим его. И мы его почти победили. Но он подхилился аж на 56 хп. Так, меняем, давайте его поцарапаем. Угу. Еще яд ему снял 25 хп. А он нам ядом снял 11. Давайте его ударим и наконец-то победим и будем прощаться. Все, это были очень крутые бои, которые мне понравились, так сказать. И вот у нас опять по стандарту есть что-то, что мы можем открыть в лаборатории. Мы его откроем в следующем видосике. Так что все, всем пока, ребят, с вами был Титан. И пишите, конечно, мне, покупать ли мне черепаху, которая в лаборатории. Потому что у меня уже 1500 монеток. И я могу сейчас купить вот такую вот черепаху. За эти 1500. Ну все, всем пока, ребят, с вами был Титан. Это был летсплей по игре под названием Mutant Fighting Cup 2. Пока, ребята.